Інформатизація галіни, розвиття електронного нотаріата, проблемні моменти і перспективи. Сьогодні у Гомелі пройшло поширене виїзне посідження постійної комісії Совету Республіки по законодавству і державному будівництву. Протягнемо далі у сюжеті. Закони повинні бути зрозумілі і людям. Для цього їх треба писати простою мовою. Зробити це можна тільки при умові тісного і пленного контакту парламента з насельництвом. Важно висвітляти проблеми, які турбують людей, і створати законодавчі акти у відповідності з гэтым аспектам. На гэты раз увага ўдзельнікаў пасяджэння была засяроджана на натарыяльнай дзейнасці. Зараз ідзе шліфоўка законапраекта аб натарыяце. Прынят у первым чтении законапраект аб изменении законаў о натарыяльнай дзейнасці. Это произошло 26 июня 2019 года. Но сейчас есть еще возможность нам посмотреть, какие есть, может быть, неточности в этом законопроекте, как отшлифовать какие-то формулировки. Нам надо пообщаться для этого с людьми и выяснить, как я уже сказал, проблемные вопросы, которые есть на местах. У названном законопроекте есть моменты, которые могут тышиться, бодай что, каждого человека. Это расширение компетенции нотариуса, в том числе передача прав должностных лиц сельских исполкомов по удостоверению завещаний, согласий и доверенностей. Если раньше, вы знаете, в сельской местности у нас нет нотариальных контор и бюро, вот, то эти функции по удостоверению завещаний, согласий выполняли уполномоченные должностные лица сельских исполкомов. То сегодня мы предложили передать эти функции нотариусу. Кардинальных змен у новым законопроекте не будет, але існуючая версия документа утрымлювала нормы, якія у прямым сэнсе тормозили развитие нотариальной деятельности. Разом с тем, гэтая сфера удосканаливается вельми активно, починаючи от уладкавання зручных и сучасных помешканняў для приему нотариусами громадян и до цифровизации галіны у целом. Развитие также однозначно характеризуется на сегодняшний день очень серьезным нашим интересом в внедрении новых информационных технологий в нотариальную сферу. Это связано как с разработкой и внедрением в нотариальной деятельности единой электронной системы учета нотариальных действий и наследственных дел, так и разработкой так называемого автоматизированного рабочего места нотариуса, которое поможет не только упростить некий документооборот непосредственно у каждого нотариуса, но позволит использовать нотариальные действия, использовать при совершении нотариальной деятельности актуальную информацию, которую мы непосредственно берем из государственных информационных ресурсов и базируем на основании этих данных, полученных на актуальных данных, подчеркиваю, онлайн-данных, которые мы получаем. Наши нотариальные сделки, в том числе сделки с недвижимостью, оформление наследственных прав и иные действия, которые совершает нотариус. С 2014 года нотариат перестал лечиться держслужбой. Галина перешла на самофинансование. Але усе нотариальные деяния оживляются все ж таки от имя державы. Тому так важно не только абсолютная докладность у работе ведомства, але и его постоянное развитие. Это довер, який необходимо оправдывать, як перед керовництвом краины, так и перед его насельництвом. Марина Джалая, Дмитрий Котов, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».